А, Павлик? О, там два тебя. Это что, игра? Друг друга бомбить, что ли, просто? Начинаем рисовать Бенди. Да. Да. Бенди and the E-Machine. Надели его, стали обобусом, начали танцевать. Так, улыбочку нарисовали. Бенди, он вообще добрый, Рома мне говорил. Но потом я понял, что там не все так просто. Почему вы не танцуете? Я вас танцую. Опять черный. Кто? А ты без штанов бегаешь. Где ты вообще? Как ты там бегаешь? А ты какой-то желтый. Слушай, ты этот. Ой, страшный Бенди. Так, и вот так. Это мистер Бист. Да, я понял, это какой-то страшный. О, смотри, когда я на лавочку сел с этим парашютом. Так. Я лавочку с собой. За тобой бегает. Я лавочку с собой взял. Вот такой у нас Бенди получился. Сейчас я буду его раскрашивать. Раскрашивать опять трудно, потому что черный кончается. Надо найти какую-то черную краску, она всегда заканчивается. Нашел черную краску, чтобы вылезть. Ну, а ты заново жить не можешь? Где вот? А где лавочка? Лавочку съели. Так, берем лавочку, тащим ее сюда и... А суть игры, что это за игра? Бегать просто вокруг? Друг друга стрелять и бить? Драка, короче. А помнишь, мы нашли игру, где можно рисовать? Спрейпейнт. Да, но только там нету героев, но там зато рисовать можно. А, я придумал. Типа, можно... Типа, ты рисуешь? Я, например, повторяю. Ага, повторить это трудно будет. Я знаю, но если ты не чувствуешь, то... Самой ну ладно, ладно. Мы что-то популярное будем. Вот Микки Мауса мы играли, помнишь? Это популярные вещи, которые популярные нужны. Например, Холодное сердце мы играли, кажется, в такую игру. Ну давай тогда в другую игру. Какая самая популярная, самая игра популярная в Роблоксе? Ты уже зашел в рисование? Давай тогда так. Нарисуешь сердечко. Задание. Павлик рисует что-то в Роблоксе. Сердечко и раскрашивает его как-нибудь. А я здесь рисую. Как обещали, Бенди мы нарисовали. У нас даже есть книжка про Бенди. Классная. Так, это мы уносим.